Доброе утро, мои дорогие. Доброе и опять пасмурное утро. Опять обещают дождь. Да что ж такое? Ну что это? Опять 2 дня было солнышко. И опять дождь. Так, а у меня Костя спилил огромную ветку сухую. И там и какие не сухие. У меня теперь вот организовалась еще одна грядка, солнечная причем. Тут никогда ничего не росло, потому что тень была. Так, это они вот тут понаделали, пока меня не было. Так, ну гранатик цветет, вон еще. Вон цветочки, еще вон маленькие. Сейчас я быстренько вам сделаю обход утренний. Фиалки ночные попёрли. Просто попёрли. Так, зизифус. Мои хорошие, просили показать, как он цветёт. Вот так. Кто это там ходит? Ты? Что это за молодой человек? Ну-ка, посмотри на меня. Скажи доброе утро. А что это ты так? А что это ты так? Воображуля. Вот, так что никаких у зизифуса ярких цветов нет. Так, а вот это маленький... Господи, как он называется? Зеленый, скажи. Бабушкин склероз. Богомол. Вот смотрите, еще их сейчас огромное количество вот таких маленьких. Но за лето они вырастут и превратятся в огромных монстров. Да? А это такие зеленые будут, вот такие большие. Лазить. Розовые. Не, не розовые, зеленые. Цветут. Ау! Не знаю, Сашуль, осталась одна инструкция от игрушек. Ой, ну, погром, конечно, вот это надо все убирать. Еще не все посажено, но... Вот. Ой, мои дорогие, я вчера так устала. Я все делала на каком-то автомате. И даже не помню, что я снимала, показывала, не показывала. Ночью легла и просто вот закрыла глаза, и меня выключили. Так, ну тут тоже все растет потихонечку. Так, этот странный цветок не цветет. Так, что у меня тут? А что у меня тут? А у меня тут вон помидоры. Помидоры растут. Вот не было меня сутки, и видите, что за сутки, все быстро отцвело. Надо опять обрезать, и тот вот красный надо обрезать. Тоже все отцветает, и этот красивый, вот видите, вот что делается. Зато вот этот куст зацвел, вот этот вот зацвел. Вот эти вот цветы, прям что-то сначала никак. Вон мои грибы валяются. И вот этот тоже сначала все опало, а сейчас зацвело. Так, надо грибок поднять. Канны растут. Прям растут. Так, куда-то мои поехали. Так, вот здесь тоже все это сейчас и сделаем камнями и посадим растения, чтобы не прорастала эта трава. Ну, достала. Достала выдирать ее. Бордель хуже, чем у меня был. У меня, знаете, свой не бардак, а, скажем так, творческий беспорядок. Но это же не бардак, когда я знаю, где у меня что лежит, правда? И искать не надо. Я прям знаю, где у меня что. Сейчас... С этим переворотом, вот с этим ужасом, я не знаю, где у меня что лежит.
эти уже тоже тут отцветают, и тут фиалки поперли. И в этом году вот эти хризантемы у меня прям что-то разрастаются. В общем, и виноград растет, не знамо как. Не знам куда. Да, у меня всего 2 огурца. Но вон они, вон как растут. А зачем мне больше? Мои сейчас уедут. Мне они, и мне их нельзя. Ни огурцы, ни помидоры. Ну и что? Так. Снимать только, показывать, как растут. А вот на самом деле-то... Вот эта наперстянка, девчонки, она так и не растет. Маленькая, ну чуть-чуть выросла. Так уже сколько времени-то прошло. Не знаю, что с ней, почему она так. Ну вот, я повторюсь, у меня первый год столько рост на этом кусте. Не знаю, почему. Наверное, потому что обрезала неправильно. Вот, надо опять резать. Ой, мои дорогие, у меня просто... Я в WhatsApp уже не помню, когда кому отвечала. Я говорю, каторжным трудом. Просто вот каждый день... Так, вот, ну надо, так долго рос, сломали верхушку. Ну что это? Ой, дети. Эти дети. Буду поставить, будут корешки, нет? Неизвестно, да? А у нас тут школа открылась. Саша складывает буквы, ну, абы как. А сам читает придуманные слова. Ну, я думаю, для трех лет это хорошо. Самое главное, есть желание научиться. Он так быстро все схватывает. Я думаю, что Костя у меня читал 4,5 года. Саша тоже 4,5 года. Я думаю, этот к 4 годам будет читать вовсю. Вот, мои дорогие, как вы думаете, что это? Ну да, это сломанный замок с калитки. И во что Саша его превратил? Саш, ну-ка расскажи, что это? Это фотоаппарат. Вот ясно вам? И он ходит и нас фотографирует. Причем он... Ну вот сфотографируй меня, Саш. Вот сфотографируй. Так, это он взводит. Так. Вот так. Вот, видите? Опа! Вот представляете, ведь до чего цветочки. Додумался ребенок, а? Да, цветочки вот сфотографирует. В голову не придет. Из замка сделать фотоаппарат. В 3 года. Все у него там как... Все там как надо. Нажимает. Опа. А, не могу. Фотографирую. Вот так. Пошли Гришу будить. Так, ну что, крыша практически доделана. Сверху вот он сделает эту такую штуку, купил. Металлическую. Вот такого же цвета, бордового. Вот. А сегодня наши родители уезжают. Симферополь. Ну, нужно машину сдавать прокатную. Ну, и они решили от нас отдохнуть. Сняли номер в гостинице. А завтра приедут. Уединиться решили. Ой, Господи. А нам надо вот поубирать вот эти кучи грязи. Ну, видите, какая вишня теперь. Ну, я так думаю, что еще вверх спилим, потому что это невозможно. Все равно эти ягоды не достать. И там еще вот тут не видно, а там тоже сзади сухая ветка здоровая. Вот. Надо еще залезть в садовым варом, помазать ее вот эту отпиленную.
А может, и не надо. Я вот смотрю, деревья пилят какие толстые. Никто ничего не мажет. Ну, так жалко, да, вдруг засохнет. Разгулялась погодка хорошо. А то я уже прям расстроилась с утра. Опять пасмурно, опять не пойми что. А мне надо сегодня съездить за свет заплатить. Я, наверное, Сашку положу сейчас спать в обед. Мальчишки за ним приглядят, а я съезжу. В РЭС. Накаталась, нагулялась. Теперь пора за дела браться. Потом вымыла бусинки. Бусинки вот эти вот. Прям хочется уже чего-то из них сделать. Такие они интересные. И эти тоже помыла. Поменяла штору. Смотрю, люверц вывалился. Ну, прошло, не знаю, наверное, 2 минуты. Положила. 2 минутки прошло. Нету люверсов. Саша. Саша руку приложил. Как она одевается-то? Искала, 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 искала. Еле нашла в цветах. А что-то плохо держится. Нет, держится. Ничего, как? Не знаю. Как щенок. Все, что попало на глаза, схватил, побежал. Куда-то бросил. Ничего найти не могу, Сашка. То при настроении ласковый, добрый, такой прям ко мне, то кричит, зарежу бабушку, то, ой, господи, то бьет меня. То, ну, в общем, человек настроения. Так, ладно, что-то еще-то хотела делать. Господи, тут не переделать эти дела. Мои хорошие, я вижу, что вы или не успеваете смотреть такое количество видео, или вам уже не интересно, что я столько видео выкладываю, но это у меня проходит эксперимент. Вот прям чисто эксперимент. Так, сегодня 21-е. Ну, наверное, сегодня и завтра еще я постараюсь выкладывать там по 3-4 видео. Потом результаты этого эксперимента я вам расскажу, получится у меня или нет. Но я сейчас, все силы у меня уходят на это. Вот. И в Севастополе я вот все снимала, снимала, снимала. И обычно я растягиваю эти видео там на несколько дней, что даже непонятно бывает, насколько я ездила. На день или на 3. А сейчас вот чистый эксперимент. Посмотрим, что из этого получится. Но это ужасно тяжело. Очень тяжело. Сам Вэл выкладывает там по 3-4 видео в день. Но у него человек есть, который это делает за него. У меня такого человека нет. И смонтировать, снять, смонтировать и выложить 3-4 видео в день – это каторжная работа. Вот поверьте мне. Это больше просто ни на что времени не остается. И устаешь, и мозги постоянно заняты. И вот. Но это, еще раз повторюсь, это эксперимент. Сегодня и завтра. И посмотрим, что получится. Так что потерпите, мои дорогие. Потом я постольку выкладывать не буду.